Кризис больно ударил по трудовым мигрантам. Работы сейчас нет, а значит и денег. Возникают сложности с оформлением документов. Невозможно вернуться домой, в свою страну, потому что закрыты границы. Как они выживают в столице, узнал Дмитрий Барбаш. К такому отдыху Ильхам не готовился. Рабочий день идет, а он сидит на остановке. Третий час, нет заказов. Люди боятся, люди. Заразиться боятся, да. Пустые термосумки и у его коллег из Таджикистана. На этой же остановке они подсчитывают убытки. Если раньше в день каждый разносил в среднем по 15 заказов, то доход в неделю был больше 10 тысяч рублей. А сегодня денег едва хватает на аренду квартиры. Ну, сейчас вообще-то заказ мало, но каждая неделя 4 тысячи или 5 тысяч, вот так. А больше нет. Приходится выживать. Уехать домой теперь очень сложно. Границы закрыты. У нас есть огромная транзитная страна Казахстан, через которую многие ездили автомобильным транспортом домой. Да, это таджики, киргизы. Они, соответственно, не могут проехать. Казахстан закрыт. Самолеты не летают, поезда не ходят. Вот. Но хотя бы власти здесь наши, да, то есть в первую очередь это МВД, выпустил ряд документов, позволяющих продлять срок пребывания здесь на основании как раз карантина. До 90 дней по заявлению, просто в простой письменной форме, в свободной форме. Выехать не может и Валерий Лиладзе. Украина, откуда он родом, закрыла границы и для чужих, и для своих. В Москву он переехал 6 лет назад. Устроился таксистом. С тех пор без дела не сидит. А вот теперь пришлось. Люди стали ездить гораздо меньше. И поездки гораздо короче. В аэропорт вообще нет. Уже недели три просто ни одного заказа. Привлечь клиентов пытаются агрегаторы такси, выдают необходимое. Антисептиком и масками обеспечивают каждого. Валерий правила соблюдает и о плохом старается не думать. Хотя заработать на жизнь в Москве его семье будет теперь непросто. Ведь деньги нужны не только на еду, но и на съемную квартиру. С момента возникновения этого пандемии, этой, или как сказать, ситуации, с хозяйкой, например, мы еще не говорили. Вот, не встречались. Но я не думаю, что цену опустят на это. Хотя жена уже потеряла работу. С понедельника торговый центр закрывают. Федерация мигрантов России. Добрый день. Меня зовут Шулиха, я вас слушаю. Работа кипит в колл-центре Федерации мигрантов России. Здесь иностранцам по телефону оказывают юридическую помощь. Вопросы одни и те же. Что делать с просроченной регистрацией и как вернуться домой? Бывают и просьбы о помощи. Они задают вопросы, как нам быть, что нам делать, как мы будем платить патент. Может ли быть такое, что правительство Российской Федерации даст им какие-то послабления в этом плане. Может быть, они также сделают какие-то каникулы, чтобы иностранные граждане могли не платить вот этот вот авансовый платеж, ну, налог за патент. Пока таких данных у нас нету. Однако не все так плохо, уверены здесь. Работа для мигрантов найдется, особенно весной. У нас еще есть такой сегмент, как дачное хозяйство, да, приусадебные участки. И то, что называется сезонная миграция, когда мигранты приезжают в апреле, ну, плюс-минус, там копать грядки, чинить заборы, да, то есть заниматься на даче какой-то работой. Они сейчас не могут приехать. То есть фактически эту работу должны делать те, кто уже здесь. Специалисты советуют, если вас вдруг сократили на работе, то есть смысл поискать себя в другой области. Переквалифицироваться для мигранта не проблема. Дмитрий Барбаш, Анна Парпура, Артем Стрекнев и Денис Райко. Мир 24.